другом месте. У него другой адрес. Вы потом увидите это на экране, и мы вам расскажем. Но дело в том, что сегодня мы будем очень много говорить о таких понятиях, как доступность, инклюзивность, дискриминация. И вот есть вещи, которые доступны абсолютно всем людям, любому человеку, независимо от его физических особенностей. Это трава, это небо, это воздух, это листва, цветы, то есть то, что дала сама природа людям. И значит, это верно, и значит, это правильно. Это вещи, доступные абсолютно любому человеку. И поэтому нашу сегодняшнюю встречу мы решили провести на природе, вот в